Гарнитур с изумрудами, который называется «Тайная радость». И у нас есть крупнейшие наноизумруды, но про технологию наноизумрудов буду рассказывать чуть позже. Поделюсь с вами знаниями своими как ювелирный эксперт. При этом забирайте уже сейчас гарнитуром вот этот великолепный комплект. Итак, серьги «Тайная радость». Они у нас выполнены также из серебра 925 пробы. Я думаю, что сейчас кто-то уже удивился, подумал, как? Это золото. Но нет, это серебро 925 пробы, при этом выглядит оно невероятно эффектно, как настоящие золотые украшения, совершенно не видно разницы. И наноизумруды, ярчайшие, насыщенные по своему оттенку, а изумруды, в общем-то, и ценятся ювелирами, ювелирными экспертами как раз за счет насыщенного цвета. Один из самых популярных камней в мире, изумруды ценила и Клеопатра, были копии Клеопатры и Инки. И когда-то в Персии ценились обязательно вот эти камни, и в Индии, то есть историй достаточно много. Но хочу вам отметить, что вот такой наноизумруд, чем он отличается от настоящего? По большому счету ничем, только тем, что он был создан не природой, а он был создан в лаборатории, вот и все. То есть кристаллическая решетка, цвет, показатели твердости, вот все гемологические, скажем так, экспертные вещи, которые люди определяют, они здесь абсолютно идентичны с натуральным настоящим изумрудом. Крупные яркие серьги с изумрудом, вот только с наноизумрудом возможно добиться такой доступной и приятной стоимости. Ажурные вот такие серьги, и безусловно вы подчеркнете индивидуальность, когда выбираете такие серьги, а еще все-таки серьги подчеркивают яркость вашей внешности. Когда цвет у камней яркий, когда он бросается в глаза, вас сразу видно, а глазки играют, знаете, хамелеоны вот такие становятся. И хочу подчеркнуть, что здесь есть и вот такая, знаете, каплевидная форма, оригинальность, безусловно, в исполнении этих сережек. С одной стороны, они не сильно крупные, они у нас весом 4 грамма, но они заметны. Это тот эффект, когда вы хотите добиться яркости, при этом, чтобы украшения были удобные и комфортные для ношения. 4 грамма, английский замочек, то есть это драгоценная, не просто распродажа, это настоящие ювелирные, знаете, вот такие сокровища, которые к вам скоро придут, приедут в ваш дом. Ну, а если вы забираете серьги «Тайная радость» вместе с кольцом, гарнитур получаете вы же с бесплатной доставкой. Итак, 001-138-936. Это номер лота серег «Тайная радость». Эти серьги вы называете оператору при звонке. Звонок у нас бесплатный. Вы забираете эти серьги, вы их бронируете, оплачиваете по получению. Ну, а я примерила вот эти серьги, сейчас также и колечко обязательно надену, чтобы вам продемонстрировать полный гарнитур. Кстати, кольцо очень приятное также по ощущениям. Вот так вот с собранными волосами специально я так сегодня оставила, чтобы вам показать, как эти серьги сразу ярко выглядят. Вы видите, они небольшие по размеру, я их практически не чувствую на ушках, что удобно, можно целый день совершенно спокойно проносить. Вот это серьги с одной стороны для повседневного ношения, с колечком уже сразу может быть вот такой вот вариант более нарядный. Ну, а я вам показываю еще раз. Сейчас серьги «Тайная радость» во всей красе. Пускай они поблестят, пускай они покажут всю свою красоту и всю свою прелесть. И вы подчеркните свои природные достоинства, ваш блеск в глазах, вашу улыбку. Ну и зеленые камни традиционно считаются молодящими. Вот таким эффектом они обладают. Плюс, кстати, изумруды раньше называли смарагдами, что с греческого переводе означает зеленый камень. Это камни, на которые приятно смотреть. Кстати, если вы хотите произвести впечатление еще на противоположный пол, обязательно используйте свойства изумрудов. Вот смотрите, если на такие камушки приятно смотреть не только вам. Ведь и вашему окружению смотреть приятно, а если они магнетически вот так вот притягивают взгляд, согласитесь, приятно будет смотреть и на вас вдвойне. Кстати, еще раз вам показываю кольцо «Спаси и сохрани». Видите, как они сочетаются? То есть, если вы привыкли носить по 2, по 3 кольца, например, на пальчиках, совершенно спокойно можете это делать. Видите, сочетаются великолепно и украшения «Спаси и сохрани» с религиозной тематикой, вот с такой более светской и, я бы сказала, даже более торжественной. Серьги «Тайная радость». Еще раз запишите номер лота. Итак, мы с вами рассматриваем дальше гарнитур.